Так, ну что, давайте сделаем тест, горочку. В эту? Да. Легко. Давайте с места и потом. Единственное, что у меня велокомп не работает. Не знаю, как происходит. Суперзвезда, да? Это Алексей, главный веломастер. Я ж не 100 килограмм, но втягивать хорошо на все свои 700 ватт. Ну и как вам заезд в горочку? Практически с нуля. Тянет, педали как бы не особо надо, но подкручиваю, потому что чтобы вес не набирать. Ага. А что за рама? Рама Сунтона, обычный советский турист. Поставили передние и задние редукторные мотор-колеса, но, правда, так сложилось, что поставлены они разные. Задние, оно переделано из переднего с пластиковыми шестернями и, честно говоря, от 20-дюймового колеса было распецовано. Вот, поэтому получилось, что у меня заднее колесо тяговое, переднее скоростное. Контроллеры одинаковые, простейшие, но, как показывает практика, в связке себя нормально чувствует. Так, ну, подойдите сюда поближе и расскажите, что у нас за задний движочек? Задний редукторник с металлическими шестернями был заточен под 26-дюймовый обод, вот, но заспецован на 28-дюймовом ободе. Скорость, конечно, чуть-чуть за счет этого прибавилась. Вот, ну, тяга, по крайней мере, с двумя моторами вполне достаточно. Угу. А передний что у нас за моторчик? Передний, это, честно говоря, собран из деталей из-под ремонта, которые у меня оставались из нескольких моторов. Рассчитано было на 20-дюймовый обод и на заднее колесо. Вот. Ну тут с плясками с бубном переделан на передний, опять-таки на 28-дюймовый. Что-то у вас тут очень интересное вот крепление тормоза. Расскажите немножко вот о нем. А, ну, тормоз. Крепление, собственно, у вас же взято. Вот, чтобы не колдовать. Ага. Потому что на туристе тормоза по умолчанию ободные. Вот. То есть мы крепеж вот сюда гаечкой и вот хомутиком крепим сюда, да? Да, да. И вот у нас получается стандартное как бы переднее колесо. Можно вот такой крепеж на переднее. Да, причем он на другом подобном туристе также испытан. И все хорошо. Там хоть колесо не ведущее, но все то же самое стало. Очень интересно. Еще обратите внимание, наследие от Хулонга 98 года выпуска. Ага. Здесь у нас притаились габариты, поворотники. Потому что, честно говоря, по дорогам общего пользования без всей этой техники я не представляю. Ага, тут фары, да? Собственно, фары. И два катафотика внизу, да? Вот такая у нас шикарная тут иллюминация. У нас тоже поворотнички, да? Это от Хулонга, да, остались? И стоп-сигнал. О. Стоп-сигнал, кстати. И подножка есть у нас. Да, безобразие просто. И подножечка у нас есть. Вот. И единственное, собственно, ну, вернее, что от туриста осталось еще. Цепь, конечно, другая, трещотка тоже, понятно, другая, но переключатель удалось сохранить. Тот еще. Ну, правда, не все передачи он нахватывает, но мне 5 вполне достаточно. А какая, например, дальность пробега у него? Пока сложно сказать, это вот тестовый выезд, но на обоих моторах, я думаю, километров на 40 меня должен увести без педалирования. Ага, а батареечка у нас на сколько? 30 ампер-часов, 36 вольт. 36 вольт, да? То есть вольтаж тут небольшой, собрано, собственно, из того, что было под рукой. Угу. Давайте вас вместе сфотографируем.